Глава Самары Елена Лапушкина проверила работу управляющих компаний, которые убирают снег и очищают дороги от наледи в промышленном районе. В первую очередь она посетила дворы, жители которых направляли обращение в адрес администрации в социальных сетях. Тропинка, ведущая к детской поликлинике, покрылась льдом. Кроме того, жители домов на Краснодонской обратили внимание главы на плохую уборку тротуаров. Дворники чистят снег только у подъездов. Во дворе перед подъездами чистят, а вот это везде. Вот пойдешь... Все тротуары, вот они гололед. Одевай коньки и вперед. Глава промышленного района Самара Андрей Семенов пообещал совместно с управляющими компаниями устранить замечания в кратчайшие сроки. Нарушителей будут привлекать к ответственности и наказывать рублем. Выявлен, конечно же, ряд недостатков по ряду управляющих компаний. Все эти вопросы беру на свой личный контроль. В течение 3-4 дней все эти недостатки будут устранены. Глава Самары встретилась с инициативными жителями промышленного района, которые будут участвовать в программе формирования комфортной городской среды этим летом. Во дворе на Воронежской 192 будут реконструировать лестницы, ведь дома построены на возвышенностях. Для этого сюда завезут грунт и установят специальное ограждение. Вот здесь, значит, у нас парковочные карманы, вот здесь вот будут. И вот эти к домам это лестницы будут. Потому что лестницы у нас как бы это... Склон у вас, да, 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 да. И здесь будут у нас это, лестницы. Новые детские спортивные площадки, уютные лавочки и освещение появятся летом во всех дворах на проспекте Кирова, Старозагоре, Воронежской, Нововокзальной и других улицах района. Подрядчик должен приступить к подготовительным работам с наступлением оттепели. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.